Виктор Пластинин. Борьба за шайбу. Кто ее себе подберет? Момент. Китсон на паузе убирает Пластинина. Пас на пятачок. Здесь есть кому добить. И этим игроком оказывается Даниил Ердаков. Даже не, знаете, даже не в дальний, а в ближний угол, получается. Шайба была заброшена. Ну и отбиваются рязанцы. И Куракин сам берет на себя игру. Доброскодел не доходит. Он делает передачу. Какой Никита Куракин. Ну забросил. Может, еще одну попробует. Ревацкий бросок. Такой хитрый придумал Андрей бросок. Сейчас 12 секунд до выхода на лед четвертого полевого игрока у Металлурга. Ревацкий, передача, бросок. Шайба в сетке ворот. Отправился на смену. А вот это неплохая атака у Металлурга. Очень опасно. Бросок по воротам, и шайба оказал этот момент. 2-2. Александра Тарасова. Шайба достается Металлургу. Очень долго они задерживаются уже на чужом льду. Перед собой Годос отбивает. Добивание, и шайба ворот. Повтор. Перед собой отбивает Годос и... А нет, это 60. Продолжают рязанцы атаковать. Но здесь перехват, и какая контратака! Вот это выход 1 в 0, бросок и... Ну, собственно, сам... Третий период. Ну что ж, а у нас 2-4 впереди. Хоккейный клуб «Металлург». И «Металлург» атакует. Годес спасает свою команду. Смотрим. Годес отбивает перед собой. Ворота пустые. Ну